едем на открытую тренировку Эндуро Легион на Волковысские меловые карьеры. Вот. Отличная погода, 3 марта. +1 градус, все доложили. Следующая съемка на месте. Сегодня мы на открытой тренировке перед Эндуро 4 сезона. Вот. Плохо, вот шерсть, заставки. Вот это, вот эти. Шерсть новая, Лёха. Там все остальные, тут вот девушка новая. Димон. Димон подрачивает чуть-чуть. А я хочу в этот, покрышка слишком пустая, чуть-чуть добавить. Как-то так. Да, просто посмотреть, где что. Кая заехал. Что? Китаец заехал. А Шерка. Это Леха. Заехал, ну. Заехал. Ну, как-то он так вот на холостых, да? Ну. А сюда не поехал за меня. Ну ты даешь!
прям. Как красиво. Нормально, можно даже фоткать. Так, подожди, мы раньше ферма тут, мы раньше там остановились, вот до напорной башни ехали. Максима, наверное, Гурина поехал. Ну да, похоже. Сейчас вот ему надо ехать. Можно. Я думал, ты не заедешь. Иду за вами. Молодец, Алёшки нету. Как съехать вообще? Там вниз. Есть вниз, есть. Я пробовал. А я застал отпустить. Наверное, сейчас едет. На другой стороне мы там заехали. Там за Гуриным. И что там? Прикольно, поехали. Хуй там! Не, заедет. Хуй, хуй! Нет. Застал. Привет, Жень. Давай вот эту горку, а то ты все карьеры свои молодечные. Ну! После выпрыжки надо открыться хорошо. И сместиться, чтобы тебя не курвануло. О, ой, 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 блядь, ой. Yeah.
Аккуратненько так положил. Бля, он с места просто ртанул. Ну цель был? Ну вот. Просто с места, блядь. Ой. Еще никто не заехал, кроме Кудзея. Ой. Ну что, будешь Артем брать? Что, есть разница? Где Лёха? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ясе. А что так можно было? Пиздец. Болтик. Нихуя себе. Конструктор. Ебать. Лёшка! Лёшка вообще там на горке. Еще дальше. Еще круче там, да? Болтик под тобой. Под тобой болтик. Так, знаешь отсюда? Ой, блядь! Хорошая дорожка, да? Клёвая тропка. Ну? Это дракон. Лёха, поехали дальше. Отсюда давай стартуй, поехал. Куда мы дальше приедем, наверное? Сюда, наверное. Ну.
карьер большой. Ну, тут не сложно подъем, даже если мы сюда обратно. И что будет? Голова твоя только видна. Горки. А нам, наверное, туда нельзя. Они не сложные, но они кайфовые. Бля, как будто, знаешь, мы как будто, блядь, на море каком-то. Пашки приехали в гости, да? А, кстати, да. Ну. Надо записать видос. Пашка, ты где? Я хочу туда доехать. Так поехали вот так вот, как мы. Ну, поехали. Поехали. Аж очки запотели, да, под спуск такие. Ну? Что, пиздец? А ты еще впереди что-то резко тормознул. Я понимаю, что либо в себя, либо в себе зажать тормоза. Ну и, короче, я кубарем. Да? И я когда Шерке в группе писал, типа, что АВТ, ну, спрашивали, какую фару кто ставит, я писал АВТ. Его долго ждали. Все, у меня уже бензин закончился. Да ты что? Да ты что? Горит. Что за день? Какой-то курва день. Курву кинул, бежать. Ебать! Если спустишься, здесь только одна дорога. Ну, я ж ты. Пробует. Вот тут вот заезжали спокойно. Здравствуйте. Привет. Ну, давай, фрешкан пошел. Да что, ну, как будто что ты боишься, ну, честное слово. Говорят, это гонка для B1, да? Ну, горка. Да? Да. Видишь, Open Hobby тестирую, чтобы B1 поехала. Ебать, как так можно? Кто такой смелый? Лёха. Ебать. Иди, страшно.
там уже катапультировался? Я? Да я тоже боялся, что ты слышишь. Ой, ебать! Меня аж дух захватывает. Я думал, не поедешь. Надо было резко завернуть и сразу вниз, а ты на заднем. Поднимемся по траверсе. Какой? Там, где спускались. Там, где мы поедем. Мы поедем ебенями. С нами поедешь или по тропе? Куда? Да. А то оттуда шансов достать мало будет. Да, ты видел, мы там в лесу хуяли, там так стырило, мотор торчал жестко. Да. Блять, как они там переставки делают, видишь, шёбнутся. Ну как-то мы там, да. Чтобы на этот перепет попали. Либо... Что за тигр этот зверь? Блядь, как так можно есть? Как будто для него не существует законы, блядь, гравитации. Просто в обратную сторону нашел, да, блядь. Я что-то не пришел, там не пошел сразу, Mm-hmm.
А что произошло? Курва? Нет, он просто прыгнул на мотоцикле. Блядь, он на мотоцикле поехал. Ну, а да, папа, нахуй! Чуть-чуть проебал, что лежишь там. Кажется, вот здесь земля хуй там. Как стекло. Думал, вот так получится, знаешь, подогнал. Я не затяну все равно. Держи, я просто заведу. Хуя себе, скольжу. Yeah.